В селе Шушинское Красноярского края открылся филиал Чувашской национально-культурной автономии. Смотрите репортаж наших коллег из телекомпании «Южные горизонты». Чувашская диаспора Красноярского края начала объединяться для сохранения традиций, культуры, самобытности, языка в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого столетия. На территории Красноярского края компактно всегда проживали во всех районах Красноярского края чуваши и татары. В нескольких городах Красноярского края были проведены собрания чуваши и принято решение о создании Чувашского общественно-культурного объединения. 27 апреля в социокультурном центре собрались представители чувашской диаспоры Шушинского района на свое первое собрание в статусе представительства национально-культурной общественной организации. Руководителем Шушинского филиала назначен Андрей Варламов, известный в Шушинском музыкант. Создание таких организаций очень важно. Почему? Потому что все-таки это культура, да? Это традиции. И хотелось бы, конечно, чтобы у нас таких организаций было больше, чтобы мы все-таки владели, наверное, культурой разных народностей, традициями этих народностей. И я думаю, что это первая наша ласточка. На мероприятие приехали представители чувашских землячеств из Хакасии и юга Красноярского края. Я веду кружок «Чувашское народное творчество». У меня занимаются маленькие ребята. Сегодня что нам покажут? Сегодня мы представим деятельность ансамбля «Пилеш». Будем танцевать, песни петь и расскажем о деятельности нашей автономии чувашей. На праздничной встрече за большой вклад в развитие культуры чувашского народа активистам были вручены благодарственные письма, а закончилась встреча выступлением участников ансамбля «Пилеш».